Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я и как практически всегда, без всяких вступлений, начинаю сразу показ и обзор нового поступления орхидей в нашей Оренбургской Кастораме. Итак, друзья, очень торопилась после работы, чтобы снять хотя бы вам самое такое, самое интересненькое, чтобы еще не успели разобрать. Обратите внимание, что все орхидеи от компании Aphrodita Orchids. У меня уже есть орхидеи от этой компании, хорошо себя чувствуют и даже цветут. Итак, друзья, я какие знаю орхидеи, какие знаю сорта, буду показывать вам или говорить. Какие не знаю, уж извините. Значит, либо сорта новые, либо я просто их не знаю. Хорошее очень качество. Растения все с очень хорошей корневой системой. И я думаю, каждому покупателю будет что выбрать. Впереди еще очень интересные орхидеи. Особенно мне понравилось одна, но покажу ее ближе к середине видео, чуть позже. Это, друзья, Нарбоне. В этом завозе таких орхидей было 2 или 3 штуки. Она практически в каждом завозе у нас наблюдается. Вы все знаете эту орхидею. Вот один из фаленопсисов, который мне, к сожалению, пока не знаком. Возможно, это тестовый какой-то сорт или без названия. В общем, я не знаю, но окрас очень интересный. Чем-то напоминает фантом, но в совсем других тонах, конечно. Интересная, очень красивая губа, вот такой разветвленный цветонос. Хорошая очень розеточка. Пакет отблескивает, и мне кажется, что я что-то там вижу растущее. Это либо детка, либо цветонос. Корни в этом поступлении у всех хорошие, даже, в принципе, можно один раз сказать и больше не говорить. Этот, друзья, сорт вот абсолютно выпал из головы, не помню название, если кто-то знает, если у кого-то есть, обязательно напишите в комментариях. Просто вылетел из головы, не могу вспомнить. Тоже очень хороший, кстати, в этом завозе такой сорт один, но он всегда яркий. Вот эту орхидею, друзья, я очень долго снимала. Я снимала ее и в пакете, и без пакета. Сорт не знаю, абсолютно для меня новый. В определителях я не нашла. Ну, скорее всего, новый тестовый сорт. Название не скажу, потому что не знаю, но очень эффектное. Я представляю этот сорт в цветении, в обильном цветении. Мне кажется, он очень будет эффектный. Листья такие длинноватые, слегонца такие в краб. И очень интересные корни на концах, красненькие. Вот я снимаю ее уже без пакета. Девочки оренбургские, если понравится, прям бегите, забирайте, потому что чудесный сорт. Я, как обычно, даже пожалела, что его не купила. И вот думаю, если сегодня поеду, если будет, обязательно, наверное, возьму. Ну, мне очень нравится, очень красивая губа. И вот этот вот такие вот разводы от середины бордовые к краю. Ну, чудесные. Ну и вот это, конечно, тоже, которая в пакете стоит. Вот я сравниваю. Тоже интересное. Но вот это прям совсем в душу запало. И у нее такой грязно-розовый цвет тона. Красивая. Далее, друзья, вот эта орхидея. Темно-бордовая, очень красивая, очень эффектная. Всегда, кстати, на полках в магазине обращаю внимание на темные орхидеи. Ну, они и правда эффектные, очень красивые. Такого сорта было 2 орхидеи. Название, к сожалению, я тоже вам не скажу. Не нашла. Похоже на многие, но истинное название я не нашла. Тоже хорошая розетка и очень замечательный корень. А вот, кстати, сейчас мы и найдем название. Так, вертим. Ох, оно, наверное, за этикеткой. Так, это, друзья, Манхэттен. Однозначно, судя по губе, знает только заядлый орхоман, что и узнает эту орхидею. Это однозначно Манхэттен. Слегка краповые листья, хорошая очень розетка, также и корни.
Вот такая орхидея была одна, единственный такой сорт в этом заводе, пятнистый. Я его определила как паламос, и я думаю, что это верно. Кстати, нижний самый цветок очень крупный, наверное, сантиметров 10-11. Тоже корневая замечательная. Это красавица Денвер. Вот об орхидее Денвер я вам скажу одно. Это, друзья, красавица. Причем у меня такая орхидея в мутации бабочки очень обильно цветет. Я ее вам показывала. Далее, друзья, вот такой сорт похож на многие. И на азиатский коралл, и на нарбоны. Чем-то все, что смешано, все похоже. Но это, конечно же, не она. И я ее не смогла определить тоже. Так же, как и вот эту желтую. Вот почему-то сорта довольно-таки простенькие, а то ли какие-то новые, что ли. Не смогла я определить. Тоже искала вот эту бледно-розовую орхидею в определителях и в интернете. Не знаю. Кстати, вот обратите внимание, лист поломан почему-то, видимо, когда вставляли в пакет. Так, ну это Стелленбос. Не Стелленбош, а Стелленбос. Дальше Нарбонна, какие-то белые орхидейки. Вот это розовая, которую я недавно показывала. Ну и так общим планом то, что нам пришло. Вот с правой стороны какая красавица. И вот это. Посмотрите, как она смотрится эффектно на фоне других. Прям надо забирать. Далее, друзья, будет по 1199 рублей. Прям несколько штучек. Их всего палеточка. Мультифлор. Вот это очень понравилось. Интересное. Хотя лепестки вроде как обычные. А вот губа очень необычная и очень контрастная. Прям она фиолетовая. Кстати, есть название. Сорт называется Оливия. Корни хорошие, куст хороший, так что тоже рекомендую. Вот такой далее рыжик. Таких несколько было в завозе. На палеточке стоят 3 или 4 кустика. Все хорошие, все такие пушистенькие букетики. На 2 цветоноса. Тоже с названием, друзья. Сейчас я его вам покажу. Грация называется. Вот такого сорта. Вроде, казалось бы, обычные, но какие-то вот они с разводиками. Интересные сорта, яркие, очень яркие цветы. Такие сиренево-фиолетовые. Хорошая розетка, прям очень хорошие корни. И название Night Shift. Далее, друзья, всем нам известная. И, кстати, давно этот сорт к нам не завозили. Очень давно не видела его в завозах, ни в Кастораме, ни в Леруа Мерлен. Это сорт называется Аркадия. Очень красивый сорт, тоже очень хороший кустик, качество очень хорошее. И вот название Аркадия. И не могу пройти мимо белой орхидеи. Ну, мне всегда очень привлекает белые орхидеи. У меня очень много белых биглипов разных. И не могла вот эту не снять. Тоже она с названием Grand Desert. И общим планом всю палеточку вот по 1200 рублей. На этом все, друзья. Завоз был небольшим, показала все самое интересное. До встречи в следующем выпуске и пока!